Вот, пожалуйста, видите, что запрещено приносить повод? Нет, так, на стенде мы можем все что угодно написать, покажите нормативно-правовой акт. В чем проблема? Он ДСП или что? Вот столько много милиции. Покажите, пожалуйста, нам документ. В чем проблема? Мне нужна запись для материалов моего уголовного дела. Вы мне препятствуете просто. Что-то такое. Молодой человек, аудиозапись может вестись исключительно на диктофон. У вас диктофон при себе есть? Вот. Нет, конкретно диктофон, не мобильный телефон. Мне нужен телефон мобильный. Вот, либо диктофон, либо ничего. Покажите, где это написано. Еще раз говорю. Мы можем здесь долго стоять, разговаривать и так далее. Еще раз. Все, я беру телефон с собой. Но мобильный телефон. Документ покажите. Еще раз говорю, никакого документа нет. У меня. Если документа нет, то телефон только у него или у всех собирают? Нельзя. Всех. Я сказал, у нас документа никакого нет. Это ваша проблема. Так, правила внутреннего трудового что? Порядка здесь. Как, покажите. Вы записали девушку? Да, записано. Вас не досмотрели еще, да? Почему это запрещено? Я говорю еще раз, почему я должен снять рубашку? Объясните мне нормально. Не провоцируйте конфликт. Вы провоцируете конфликт. Вы заставляете снять мне рубашку. Почему я должен ее снять? Не повышайте голос. Нормально сейчас разговаривать. Я ничего не прошу. Вот хотя бы минимально. Документ. Покажите мне документ. Еще раз я вас прошу, снимите рубашку. Я не буду стоять, но он тоже в суде. У вас там было? Да. Подскажите, пойдем в сторону. Да что это делать? Я с вами нормально общаюсь. Вам. Если вы не будете знать, это ваша проблема. Будьте. Я слышу. Вы меня хорошо знаете, так что? Я что-то сказал. На объекте проведения фото-видеосъемки запрещены.